Люди говорят, о крутой участок. Но посмотрите, какие бывают участки. Вот только посмотрите, какой шаг у забора. Каждый пролет забора шириной в метр шагает в гору на 1,20 м. Вот видите, и вот эти вот, так сказать, террасы участка шириной по 0,5 м. Может быть, где-то и 1,5 м. И это считается участок. И люди там что-то сажают. Кто-то посадил там даже персиковые деревья. Ну, конечно, это очень-очень на юге и очень-очень на море. Вот это все хозяйство. Это самый крутой, в смысле крутизны, склона. Приусадебный участок, который считается, в общем-то, люди могут назвать его сад или огород. Потому что вот эта линия забора, она идет наверх почти вертикально. Так что не жалуйтесь, что у вас очень крутой участок. Бывают и покруче участки, и люди, в общем-то, пытаются ими пользоваться. Уважаемые зрители, вы можете задавать вопросы любой сложности по вашей стройке, реконструкции, планированию участков, домов и всего, что относится к строительству, через WhatsApp. Перед вами номер WhatsApp и номер телефона горячего мастера. Это совершенно разные номера. Жду ваших вопросов.